Народ, всем привет. Делюсь своими, так сказать, путешествиями. Travel-контент частичный. В общем, начну сначала. Вот такая вот у меня штука, я сейчас остановлюсь. Вот, и крючочек там где-то тут. Эта штука называется закидушка. Как-то с ребенком, с дочей по случаю нашли, пробовали металлоискатель в деле и нашли вот эту штуку. Ну, и я закинул ее в машину и катаю 2 года, вот второй год точнее. Вот. И тут я оказался в командировочке такой незапланированной, как бы, ну как командировочка, просто объект далеко находится, и решили мы заночевать здесь. Вот. Тут дача, все дела, банька. И я решил пойти попробовать поймать рыбку, так как речушка рядом. Вот, буквально копнул несколько червячков, сейчас попробую поймать чего-нибудь. Так, чисто на лайте, на релаксе. Сейчас попробую чего-нибудь поймать, а потом в баньку и спать. Ну так вот, такая движуха. Смотрите дальше. Пришел я на речушечку. Это приток Аби, Алтай на связи, недалеко от Барнаула. Ну, относительно. Лодочки тут попривязанные все под замочками. Вот. Ну, как я понял, здесь могут воровать. Тут у соседей, где мы строим, у соседей пацаны, говорит, зашли, говорит, на объект. В эту ночь, в первую же, или во вторую, бак какой-то металлический сперли. Ну, мир не без добрых людей, как говорится, да? Ну, кавычки открылись, кавычки закрылись. В общем, ребята, ну да ладно, смотрим, как у нас, так сказать, происходит рыбалка. 1 000 000 лет не был на рыбалке, иду вот с такой штукой непонятной. Ну, посмотрим, что будет, что получится. Дорогие друзья, зрители, подписчики мои многомиллионные. Что, пока не многомиллионный канал у меня, больше такой любительский. Никто меня не продвигает там. Такое. Сейчас мы размотаем столько тут этой лески. Я уже потерял где крючок. Такая размоточка у нас идет. Много-много тут. А я ее как один раз размотал, так и все. Вот так и нашел в таком состоянии, в котором она есть. Щуп, лески офигеть сколько. Вот. Ну ладно, смотрим дальше. Надев калифорнийское строительного червя, начинаем приступать к рыбалке. Как это делать, правда? Ну, честно, я не особо-то и рыбак. Секрету скажу. Хотя... С кем остались, тот заядлый рыбак. Но он смотрит сериал и не пошел. Вот. Не густо. Что-то весь запутался. Походу на этом рыбалка моя закончится сегодня. Дубль 2. Ну, пойдет. Ребят, прирожденный рыбак. Палку к берегу максимум поймал. И червяк так и остался. За полчаса ничего не поймал. Зато насладился природой. Закатом. Тишиной, спокойствием, комарами. Но комары — это очень малое такое зло. Вот, на самом деле, в сравнении с восхищением природой, пением птиц, это замечательно просто. И еще я сегодня с ласточками через стенку буду ночевать. Вот так вот, всем хорошего настроения. Вот делюсь с вами замечательным закатом. Всем пока.